В Краевом дворце спорта спустя 7 месяцев после закрытия наконец начали ремонт. Как сообщил министр спорта края Алексей Перфильев, сейчас демонтируют сиденья и борта арены. По словам чиновника, ремонт должен превратить дворец в современный спортивный объект. А вместе с ним, кстати, обновятся и другие краевые сооружения. Так Перфильев заверил, что хоккейные борта отвезут на Новоалтайский объект, а сиденья разберут муниципалитеты. Ремонт, конечно, коснется и купола. Напомним, именно к нему противопожарные службы во время проверки летом прошлого года были основные претензии. Проверяющие тогда сделали заключение, что материал купола может привести к возгоранию. Нависающие конструкции их сбрасывают. Те перекрытия меняют, поэтому это нормальные технологические решения, которые позволят снять те ограничения, увеличить визуальную, соответственно, объем этого зала, снять те сложности, которые были. Закончить ремонт и открыть здание планируется к началу нового хоккейного сезона в октябре. К тому времени пройдет больше года с момента закрытия Дворца спорта. Контролировать ход работ министр спорта намерен лично. Так, в пятницу он совершит первый визит в ремонтируемое здание.